В этом видео вы узнаете об игре Axie Infinity, о том, как начать играть, как выбрать и купить Axie, скрещивать питомцев, собрать команду, участвовать в сражениях и как на этом можно заработать. Подписывайся на канал Криптон, а мы начинаем! Axie Infinity – это блокчейн-игра, работающая по технологии Play to Earn. Играй, чтобы заработать, для устройств на базе Windows, macOS, Android или iOS. Так как Axie Infinity является блокчейн-игрой, чтобы начать играть в нее, вам понадобится кошелек MetaMask и кошелек Ronin Wallet. Про кошелек MetaMask у нас есть подробное видео, после просмотра которого у вас не возникнет никаких проблем при его использовании. Для установки кошелька Ronin, который будет использоваться для всех действий в игре, перейдите по ссылке в описании и установите кошелек как расширение для вашего браузера. В окне установленного расширения нажмите Get Started. Вы можете создать кошелек или импортировать существующий с помощью сид-фразы. Мы покажем процесс создания нового кошелька. Для этого придумайте надежный пароль. Нажмите Create Wallet, а затем Reveal Seed Phrase. Слова, которые вы увидите, необходимо сохранить в надежном месте, например, переписав на листок бумаги. В этих словах будет храниться вся ваша криптовалюта и Axie. Если вы потеряете эти слова или их узнает злоумышленник, вы потеряете все ваши активы. После этого подтвердите сохранение сид-фразы, вписав слова под требуемыми номерами, и нажмите Continue. Ваш кошелек будет создан, после чего сможете перейти на сайт Axie Infinity, ссылку на который вы найдете в описании, и авторизоваться при помощи созданного кошелька, подтвердив действие в нем. После авторизации вы можете изменить никнейм или оставить стандартный. Также необходимо подтвердить почту и придумать пароль для аккаунта Axie Infinity. Для установки игры на главной странице сайта нажмите на Play Now. Начнется скачивание установщика игры для вашего устройства. После завершения скачивания запустите лаунчер, войдите в свой аккаунт и нажмите Install. Выбрав путь установки и подождав несколько минут, вы сможете запустить игру, нажав на Play. Для игры вам понадобятся питомцы, называемые Axie, которых вы можете купить на официальной торговой площадке. В Axie Infinity есть два способа заработка – скрещивание питомцев с дальнейшей продажей и заработок на игровых сражениях. В зависимости от того, на чем вы хотите заработать, будут отличаться критерии выбора питомцев. Если вы хотите зарабатывать на скрещивании и разведении дорогих питомцев, необходимо выбирать родителей одного класса с максимально чистыми генами, чтобы снизить вероятность мутации у создаваемого питомца. Частоту генов питомцев в поиске вы можете регулировать одним из фильтров. В этом вам поможет специальное расширение для вашего браузера, ссылку на которое вы найдете в описании. После того, как вы его установите, при наведении курсора мыши на надпись Stats будет появляться область с генами питомца. Необходимо, чтобы как можно больше строчек состояли только из генов того же класса, что и сам Axie, а отличающиеся гены, если такие есть, находились во втором или третьем столбце. При выборе питомца для скрещивания также стоит обратить внимание на количество уже совершенных скрещиваний. Дело в том, что с повышением количества скрещиваний будет повышаться стоимость скрещивания в токенах SLP. При разведении дорогих питомцев с чистыми генами выгодной покупкой могут быть родители без скрещиваний или одним-двумя совершенными скрещиваниями. Также вы можете разводить недорогих питомцев, то есть питомцев с неидеальными генами. В таком случае выгодной покупкой в качестве родителей будут питомцы с одним скрещиванием или вовсе без них. В каждом отдельном случае необходимо высчитывать, будет ли покупка выгодной и какой может быть цена созданного питомца. Подбирая питомцев для участия в игровых боях, то есть основной механике игры, необходимо собирать сбалансированную команду, в которой, например, должны быть танковый Axie, атакующий Axie и Axie Support. На место танкового Axie необходимо подбирать питомца с высоким значением здоровья. Для этого подойдут классы Plant и Dusk, а базовым умением для танкового Axie может быть Pumpkin, Hermit или Red Air. Обе характеристики вы можете выставить в фильтрах для удобного поиска. Каждая карточка персонажа содержит информацию о части тела, которой принадлежит навык, количество энергии, которое требует карточка для использования в бою, названием умения, базовом количестве урона, которое способен нанести навык, базовом количестве брони, активируемы вместе с применением навыка и пассивном умении. Подбирая питомца на роль танка, также следует обратить внимание, чтобы оставшиеся 2 или 3 карточки добавляли 40 и более единиц брони. Например, у этого Axie есть нужное базовое умение, но недостаточно брони, добавляемой другими умениями. От покупки такого питомца лучше воздержаться, а у этого Axie, помимо основного умения, еще 3 добавляют достаточное количество брони. Такой питомец будет удачной покупкой. Для подбора атакующего Axie выберите классы Aquatic и Bird, а также максимальное количество родных частей тела. Для птиц, которые являются бюджетным вариантом атакующего Axie, базовым умением является Little Owl, поскольку
поскольку оно позволит нанести максимальный урон по самому быстрому аксе противника. Также необходимо, чтобы в дополнение к нему у питомца были три карточки с максимально возможным уроном. В случае выбора класса рыб, основным умением для атакующего акси будет шримп, позволяющая обходить первого питомца противника, которым в большинстве случаев будет танк. Как и в случае с птицами, три остальных умения должны быть направлены на максимальный урон. Саппорт играет важную роль в команде, поскольку он может выполнять сразу несколько функций. Собирать энергию для своей команды, накладывать различные эффекты на питомцев своей и противоположной команды, а также активно помогать в атаке другим вашим питомцам. Для роли Акси-саппорта нельзя выделить определенные классы. Мы можем посоветовать вам комбинацию навыков Ронин и Имп в дополнение к навыкам, которые помогут вашему Акси нанести большее количество урона за атаку. Вот, например, Акси-саппорта, направленного на дополнительный урон. На начальном этапе игры старайтесь избегать карты исцеления с нулевым уроном при выборе акси на позицию саппорта. Такие карты не дадут вам нужного результата. При сборе команды для сражений всегда учитывайте пассивные умения карт ваших питомцев. Важно проверять, чтобы умения не конфликтовали между собой. Все действия внутри экосистемы Axie Infinity, покупка акси и все дальнейшие действия проходят в сайдчейне Ethereum Ronin. В нем вы можете совершать до 100 бесплатных транзакций в день, однако перед этим вам необходимо перевести эфир в сайдчейн Ronin для покупки питомцев. Для этого переведите эфириум на свой кошелек MetaMask, перейдите на официальный сайт моста в сайдчейн Ronin, затем нажмите депозит и подключите кошелек MetaMask. Если вы не знаете, как и где купить криптовалюту, вы можете посмотреть наши подробные обучающие видео на эту тему. После этого укажите свой адрес из кошелька Ronin и количество ETH для перевода, нажмите Next и подождите несколько минут. Получив эфириум в сети Ronin, вы можете купить выбранные ранее акси, нажав на Buy. Таким же образом, вы можете перевести в сайдчейн Ronin токены акси и SLP, необходимые для скрещивания акси, которые вы также можете добыть в игре. Все комиссии, связанные с переводом токенов через мост и не только, вы можете в реальном времени отслеживать на специальном сайте, ссылку на который вы также найдете в описании. Для скрещивания перейдите во вкладку «Инвентарь» раздела «Аккаунт» и выберите первого акси родителя, затем нажмите «Bring» и выберите второго акси-родителя, подходящего для скрещивания. Заметьте, что количество необходимых токенов SLP для скрещивания складывается. Имея на балансе достаточное количество токенов SLP и токенов акси, вы сможете совершить скрещивание, нажав на Let's Breed. В вашем инвентаре появится яйцо, из которого через 5 дней можно будет получить питомца, нажав Move to Adult. Если же вы не хотите ждать, яйцо, как и обычные акси, можно продать на торговой площадке, нажав на Sell. После покупки акси и запуска игры на стартовом экране вы увидите ваших питомцев, которых перед тем, как отправиться в бой, необходимо сформировать в команду. Для этого нажмите на Teams, а затем на New Team. Дайте команде имя и нажмите на плюс. Откроется окно выбора питомца, в котором вы сможете выбрать акси согласно его навыкам и характеристикам. Например, акси-танк следует ставить на переднюю позицию, а остальных питомцев на соответствующее место в зависимости от их умений. Собрав команду, нажмите Save Team. Теперь вы можете перейти к сражениям, которые делятся на два типа – приключения и арена. Приключения – это режим, где вы сражаетесь с игровыми героями. За это вы получаете опыт для своих питомцев, что поможет вам в сражении с реальными пользователями. Помимо опыта, приключения позволяют получать вам токены SLP, которые можно обменять на криптовалюту. Арена – это место, где вы сражаетесь с пользователями в реальном времени. За такие сражения вы будете получать SLP токены и рейтинг, который поможет вам прокачать ваш аккаунт. Чем больше у вас рейтинга, тем больше SLP вы будете получать за сражения на арене. На начальном этапе игры рекомендуется тратить всю внутриигровую энергию на режим приключений, чтобы прокачать своих питомцев до 20 уровня. Так вам будет проще начать сражение на арене. Во время боя вам необходимо выбирать карты для каждого хода. Свой выбор необходимо делать, основываясь на действии каждой конкретной карты. Вы начнете понимать механику и принцип выбора карты уже после первого дня в игре. Заработанные SLP за игру вы сможете вывести через сайт Axie Infinity. Для этого в разделе «Аккаунт» перейдите во вкладку «Claim Tokens» и нажмите Claim SLP. Во всплывающем окне еще раз нажмите Claim SLP Now. После этого начнется период вывода ваших токенов на ваш Ronin кошелек, который продлится 14 дней. После получения токенов SLP на свой кошелек, вы сможете вывести их через мост в основную сеть, как мы это делали с эфиром. Продать токены Axi и SLP вы можете на децентрализованном обменнике или бирже, ссылки на которые вы найдете в описании. На данный момент, в зависимости от команды, вложения на покупку питомцев, а также комиссии при использовании моста окупаются примерно
примерно за 1,5-2 месяца. Axie Infinity является самой популярной блокчейн-игрой, благодаря которой множество людей познакомились с миром криптовалют. Не упустите и вы возможность хорошо провести время и заработать, играя в увлекательную стратегию Axie Infinity. Подписывайся на канал Криптон и наши соцсети, все ссылки будут в описании.